Мы сегодня вышли в лес и собираем вот польские грибочки. Вот такие они. Видите? Так, посмотрим. Этот червивый. Плохой. Ну, сейчас будем собирать хорошие грибы. Посмотрим этот. Немножко чистая. И эти два вот такие грибочки. Надеемся собрать сегодня много. В те года как-то было больше вот польских грибов, мы собирали на открытой местности. Ну а сейчас как-то более мох, папоротник, там где влажная среда. В нашей местности вот на такие грибы говорят колпачки. Они мне очень нравятся. Вот. Нравятся чем? Тем, что даже в сыром виде можно их обжарить в кляре. И они очень и очень вкусные. И, как бы сказать, напоминают вкус то ли курицы, то ли, может, даже и грибочка какого-то. Ну, быстрее всего, что напоминание, как бы сказать, куриного мяса. Вот такие, такие грибочки. Вот такое место нашла. Три грибочка сразу. Вообще прелесть. Побольше бы таких мест. Мы нашли столько рядовок. Вот так они растут. Смотрите, прям все рядом, рядом, рядом. Вот нам еще начали попадаться рядовочки. Вот такие они. Растут. Я уже срезала несколько. Ну, то есть вот ножка у них такая. И на запах вот приятный, мне нравится. Такой красивый пейзаж осеннего леса. Листочки желтеют. В лесу сейчас очень красиво. Грибников очень много. Грибов, как бы сказать, так себе. И есть, и нету. Вот такое все красивое. Ну, как вы знаете, в лесу встречается очень много и хороших грибов, и плохих. Ну, мухомор. И самый опасный гриб. Вот бледная поганка. Здесь их очень и очень много. Если присмотреться, вот, много. Их категорически нельзя собирать. Они здесь, видите, такая шляпка.
это самый ядовитый гриб. От него всегда вот летальный исход. В лесу очень красиво, но нужно быть осторожным сбором грибам. Что такое место? Смотрите, здесь польский. Ну, как красиво такое. Здесь ножка толстая такая. Здесь и вот тут. Цвет красивый. Красивый такой грибочек у нас. Сейчас его срежу. И ножка толстая. Снизу, видите, желтый. Вот такой у нас урожай. Это гриб польский. Видите, ножка, шляпка. Вот такой польский грибок у нас. Это рядовочки. Вот такие у них рядовочки. И здесь я вот такие у нас называют колпачки их. Колпачки. Это такой пестрый. Вот, или зонтик пестрый еще называют его. Вот такой у нас сегодня небольшой, но довольно-таки приятный наш урожай.